Виктор Павлович не забыл о разговоре со Стрелиным. Он чувствовал определенную правоту в его словах и в конце концов утвердился в своем решении послать на стрелку с чеченами именно Сергея. Шансов на то, что встреча эта закончится мирно, было немного. И тогда проблема решится сама собой. Как сказал товарищ Сталин, нет человека, нет проблемы. И с чеченцами появится хороший предлог разобраться по-серьезному. С другой стороны, если брошенный в воду щенок выплывет, то докажет свое право на жизнь. У таких выплывших щенков может быть большое будущее. Совпадение, совпадение. Посмотрим, что из этого получится. А лимонки-то не левые. Эвки самые то, что надо. Нам их один прапор прямо со склада продает. Берите, говорит, мужики, у меня. Надежнее матроса не найдете. Кровь чует. Поймешь, что все, падай на землю, тогда нас сигналом будет. Грязь на дороге-то. Грязь не кровь, ее смыть можно. Я Иса, о чем будем говорить? Меня зовут Сергей. Нужно выяснить проблемы по Либману и вашей фирме «Кавказ». А что там выяснять? Ну и что? Ты что, кидок нам предъявить хочешь? Я чего-то не понял. Дело не в китке, а в беспределе. Тот, кто занимается беспределом, мешает работать всем. Это наши проблемы. Мы сами разберемся. Это проблема общая. Либман у нас защиты попросил. Он не под вами был. Вы его на долях разводили. Сейчас все ляжем. Один вопрос, Иса. Как ты думаешь, много шакалов в городе обрадуются, если мы тут друг друга перестреляем? Ладно, что ты предлагаешь? Ну, алюминий — дело прошлое. Забыли, проехали. Но машину, квартиру, фирму Либману надо вернуть. А работу он будет с нами. Но мы тоже потратили деньги. Бабу его сумасшедшую в клинику устроили. Иса, ты лучше меня знаешь, от чего она с ума сошла. С теми погаными шакалами
Мы разберемся. Считай, что их уже нет в городе. Ладно, забирайте своего Либмана. По справедливости, наша доля с его фирмы будет 10%. Ему сейчас тяжело. Пусть вам будет 5%. А раскрутится, обсудим эту тему еще. Что мы, на базаре, что ли? Пусть будет 5. Завтра пускай созвонятся наши бухгалтера и составят бумаги. А лично для тебя, вот, это как меня найти. Приятно было пообщаться с мужчиной. А чего случилось-то? Ну ты даешь, адвокат. Ну, молодой волшебник. Я когда тебе назад бабку начал пихать, думал, все, сейчас воевать начнем. Эвку за кольцо потянул. А тут рожать начали. Молодец. Спасибо, Сережа, что дело сделал. Спасибо, что жив остался. Спасибо, что людей сохранил. Оно само как-то получилось. Само получается тогда, когда люди работать умеют. Вот тебе за Польшу и за чеченов. Спасибо. Спасибо, потом скажешь. А ну-ка, пойдем со мной. Вот тебе ключи. Вот тебе техпаспорт на твое имя. Нравится? Спасибо. Машина для работы. А работы будет много.